сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт. Мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот. Та вода, что у причалов, та вода, что у причалов, и которая вдали, и в которую сначала, и в которую сначала с моря входят корабли. Эта территория зовется акватория, зовется акватория, ребята. Сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт, мы пришли сегодня в порт. Мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот. Тут у каждого причала, тут у каждого причала для людей и кораблей. Все морских путей начало, все морских путей начало и конец морских путей. Все землей прощаются и снова возвращаются, и снова возвращаются обратно. Мы стоим, разинув рот, мы стоим, разинув рот. Кто в порту ни разу не был, кто в порту ни разу не был, не видал судов морских. Высотой почти до неба, высотой почти до неба, и канатов смолены. Для того история про порт и акваторию будет, безусловно, интересна. Для того история про порт и акваторию. Безусловно, интересно. Грузчики кричат «Вирай!», грузчики кричат «Майна!». Вира-вира, поднимайте, майна-майна, опускайте, майна вниз, вира вверх, топ, грохот, шутки, смех. А в порту грузовики возят ящики, тюки, возят уголь, лес, овес, даже старый паровоз. Хоть у деда много дел, въехал в порт и загудел. Я приехал по труду, то трудою на борту. Бросается, и с волны бросается.
из волны бросается головой вниз. Из волны бросается, из волны бросается, из волны бросается головой вниз. Словно в детском садике он туда-сюда водит, словно за руку мощные суда. Водит плавно за руку, водит плавно за руку, водит плавно за руку мощные суда. Водит плавно за руку, водит плавно за руку, водит плавно за руку мощные суда. Да нам мысок, обойдем мы все причалы, постоим, пойдем сначала. Мы пойдем да поглядим, что за шум и что за дым у соседнего причала, постоим, пойдем сначала. На мысок да с каблука мы дойдем до маяка, постоим, разинув рот, и пойдем обратно в порт. Словно цапли, великаны, по причалам ходят краны, носят в клювах фиги с острова мартиники. Ух! Чайки носятся в порту, с обезьянкой на борту. К нам принес бразильский груз, иностранный сухогруз. Как же тут не зареветь, как же тут не забудеть. Не привык я уставать, а теперь устал стоять. Вы меня не обижайте, поскорее разгружайте. А к причалу номер два привезли живого льва. Клетку тросом подцепили, Фира крикнули, и вот лев по воздуху плывет на турецкий пароход. Лев печален, лев угрюм, лев не любит темный трюм. Лев силач и лев трюкач, лев потомственный циркач. В трюме лев мигнул, зевнул и отправился в Стамбул.
открытом море, как птицы на воле, в неизвестные просторы уносят смелые волны, и плывут они куда-то вслед за солнечным закатом, и веселые дельфины провожают корабли. А дельфины добрые, а дельфины мокрые, на тебя глядят умными глазами. А дельфины скромные, а дельфины черные просят, чтобы им сказку рассказали. Безусловно, интересно.
сказочная премьера. Уверен, вы соскучились по нашим маленьким мультипликаторам и их чудесным мультфильмам. Хотите новых-приновых мультиков? Тогда срочно включайте ТВ-3. Каждую неделю прямо в этой студии дети придумывают совершенно невероятные истории. А наша задача – воплотить их в жизнь. Новые маленькие герои. Это прям как я хотела. И новые волшебные мультики. В новом сезоне проекта с Виктором Васильевым. Рисуем сказки. В субботу в 9:00 на ТВ-3. Новый детективный хит «Швабра» с 12 апреля на ТВ-3. Мы в Нурофен понимаем, что наша жизнь наполнена активными и насыщенными днями. И много дел с утра до вечера могут вызвать головную боль. Жидкое действующее вещество капсул Нурофен Экспресс быстрее всасывается и воздействует на источник боли. Вы активны в течение всего дня, а мы с Нурофен Экспресс боремся с болью быстрее обычных таблеток. Попробуйте капсулы Экспресс Форте. Сила двойной дозы активного вещества. Теперь Тинькофф Блэк удваивает кэшбэк. Мы получаем двойной кэшбэк. И за простые покупки, и по выбранным категориям, и по спецпредложениям. Успей оформить карту Тинькофф Блэк до 30 апреля и получить двойной кэшбэк. Наслаждайся комфортом в каждом шаге. Новая коллекция кроссовок Skechers в магазинах Skechers и Sportmaster. Эльмуцин – препарат от влажного кашля в новой реальности. Он способствует ускорению выведения мокроты, снятию воспаления и защите легких. Эльмуцин – инновация от кашля в 21 веке. Цвет твоих волос такой же красивый, как у мамы когда-то. Стойкая крем-краска Палет. Насыщенный цвет с заботой о волосах. Для ярких моментов надолго. Балет. Все оттенки жизни. Получи советы по окрашиванию на Schwarzkopf Color Lounge. Моя карта радует меня постоянно. Моя карта радует меня всегда. Теперь Тинькофф Блэк удваивает кэшбэк. Мы получаем двойной кэшбэк. И за простые покупки, и по выбранным категориям, и по спецпредложениям. Еще проценты на остаток и удобное приложение. Тинькофф Блэк. Я люблю ее. Успей оформить карту Тинькофф Блэк до 30 апреля и получить двойной кэшбэк. А если у тебя уже есть карта Тинькофф Блэк, приведи друга, чтобы получить двойной кэшбэк. Миссия – восстановление иммунитета и микрофлоры. Двуслойная капсула Бифиформ для борьбы с диареей и дискомфортом. Иммунитет и микрофлора восстанавливаются. Бифиформ – уверенность, идущая изнутри. Лазерное лечение варикоза без боли и операции. Ведущие врачи. Пройдите обследование сейчас. S-Class Clinic. 300-30-30. Одежда из натурального льна. 10 и 11 апреля в спорткомплексе «Юбилейный». Апрель – время максимальных скидок. А что это? Индейка Пава Пава. Особой породы. Птица из чистого края России, Тамбовской области. Она росла на отборном зерне, родниковой воде и прилетела к нам. А что умеет чудо-птица Пава Пава? А вот ты мне и почитай. Нежное филе, вкусные котлетки, а для папы сочные стейки. Это все Пава-Пава? И наша мама-мама. Пава-Пава. Индейка особой породы из экологически чистого края России. Перемены начинаются с обмена веществ. Элькар помогает восстановлению после болезни, улучшая обмен веществ. Элькар. Давай меняться. Окей, как вывести пятно от варенья с ковра? Шаг 1. Щепотка соды. Шаг 2. Немного уксуса. Шаг 3. Можно долго тереть с интернетом, но лучше использовать ваниш-спрей для ковров. Благодаря научно доказанной силе активного кислорода, ваниш-спрей эффективен против пятен с первого раза. Пятна на ковре? Спрашивайте ваниш-спрей. Воронеж! За новыми весенними куртками и ветровками по оптовым ценам идем в Ермак. Плехановская, 22, остановка «Детский мир». Доставка и монтаж двери в подарок. Магазин «Дверной». Клиника профмедцентра заботится о вашем здоровье. Для вас ведут прием узкопрофильные специалисты. Доступны все виды анализов и УЗИ-диагностики. Возможен вызов врача на дом. Клиника профмедцентр. Сайт в интернете profmed.центр. Thank you.
О, как ты сюда попал, малыш? Тут был мой дом, а ты, мы сломали его. Прости, я не знал. Не знал. А почему ты был там, в доме, один? Все уехали, а меня оставили. Не горюй. Построим завтра новый дом. Вот и будешь в нем жить. Дом мне? Тебе. А пока полезай в кабину. Мотор еще не остыл. До утра поспать можешь. Знать, как день за днем мы строим дом, мы с удовольствием на стройку вас возьмем. И хоть там вывеска висит, что посторонним вход закрыт, но дело в том, что он для нас открыт, как раз мы строим дом. Растет этаж за этажом, мы строим дом, вода и газ, и телефон, все будет в нем. Нас уважают очень те, кто проживает в тесноте, ведь дело в том, что мы сейчас для них как раз построим дом. Гордимся мы своим трудом, мы строим дом, но новоселье не зовите, не придем. Не потому, что не хотим, а потому, что мы спешим. Ведь дело в том, что в этот час начнем как раз мы новый дом. Машины?
поехали новые дома строить. Пожалуйста, передайте всем машинам за мой дом большое-пребольшое спасибо. Ладно, передам. Вот только дорогу укатаю и передам. Чик-чирик. Куда идешь? Домой. Значит, соседи? Только подрастешь, нас чур не трогать. Договорились? Не трогать. Ну ладно, договорились. Чик-чирик, с новосельем! Иди к нам. Мяу.